Обычно хотел показать вам. Сейчас не факт, что будет. Вот, в общем, отключился у меня планшет перед этим. Перед мне дали какое-то место в рейтинге. Какие-то растения. Прям вообще я прикупил игрок. Даже не знаю, что такое. О, так давали, а я это впустил. Нет, вроде бы. Это и было прежде. Как бы, если бы я стратил всю энергию. Которая была прежде. То есть, которые до этого. В общем, сколько дают изначально их. Я думаю, уже установил. Все, что ли? Подожди. Подожди, помешкой. Чтоб тысячи энергии дали. Так, подожди. Все, что ли? А я думал, еще надо. Порталы. Так, сперва, наверное, джунгли были, да? А, ну да, жду не буду. Потом мы, значит, не сняв, ну, сняв точнее самолет, надо еще что-то. Это был правильный ход, а там вот непонятно. Вот в этом углу непонятно, есть что-нибудь, нет? Так, дальше смотрим, где она порублена. Что это нам дало? Непонятно. Там что-то вот мелькает. А почему туда не пускают? Ничего не раскрывается. Где еще ничего не расчищено?
убили ее полностью. Что-то там за вот этим деревом. И другое дерево тоже заграждает что-то. Только ради ресурсов вырубать, потому что энергии что-то мало дается. Прям совсем. Все. Тык-тык, стой. Там что-то есть. На 64. Динамит, интересно, можно двигать? Или он только вот это место может колыхнуть? Да уж. Придется потерпеть. Да, 64-то я, наверное, вряд ли смогу взять. Надо какой-то супер бонус. Ну вот и 1000 с чем-то энергии ушло. Зато у меня железные руды теперь, ну просто завались. Кажется, это островитянки, волосы не настоящие. Предводитель экспедиции что-то не показывает на этой странице. Так. Портал на мире. Ой, ну ладно. Нет, пожалуй. Можно откажусь. Ну я попал. Здесь может вот, начать прохождение потерянного по времени локации. Да я вообще не видел ни одну из них. Чего не пролистывается? Ну блин, че это 35 такое? Что дальше? Угу.
какая-то лавка. Сколько их может нападать? Динамит бы не мешало приобрести. Нет, она это в следующий раз. Жизнит, где успею. Думал, нам опыт какой-то даст. Или мне просто нету этого. Там светится такое. Никак не остановить их. Вот здесь можно собирать, чтобы энергия была. Так. Я думал, у меня много людей. Сказал, всего 139. Так, пойдем смотреть. Появился. Можно его ждать, пранк или нет. Ладно, так. Что ты нам предложишь в этот раз? Теперь можно просить у него энергии. Побольше. Что еще мне надо будет делать? Приготовь пюрешку. Было бы из чего так. Приготовь цикаты. Там как раз какая-то мята выросла. Так, 5 минут, 28. Не сегодня, значит, не сегодня. Вернуться на карту. А где я? Я думаю, на 21 месте.
Что произошло? Невероятно. Точно не сон. Идите портал. Я хочу остаться чуть-чуть побродить. Вот, видите. В тот раз что-то коротнуло. Не показали нам это место. Пока 117. Надо действовать. Так. Где-то еще я видел. Или не показалось. Вот это да. Еще что-то может. Что, больше нечего, да? Нечего здесь брать. Только истратить, чтобы получить всего 9 энергии. Вот же глупость. Ну теперь не знаю, как вообще проходить все локации. Если там одно. Одно растение может 35-200, а какие-то 64 даже. Он не внесен в слезы, был лучшим другом, а я никогда не задумывался, только на него отразилось то происшествие. Их Роберт. Всякие странные штуки, зеркала, обелиски и портал. В общем, то, что оказалось, они в предыдущем видео сделанным. Вот там ломаное что-то. Ничок. Сон был. Происшествие с братом. Вроде бы следующий раз пойдем, как они называли Тони это место. Мир Миар, Атлантида. Может, там только картошка сбуталась, выросла.
И на этом месте попрощаемся.